Дорогие друзья, в Евангелии от Луки 2 главе повествуется о том, что ангелы пришли на поле к пастухам и возвестили великую радость. Великую радость всем человекам, потому что родился Господь Иисус Христос. И вот уже 2000 лет мы празднуем Рождество нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И 28 декабря я с удовольствием приглашаю всех в Горсад на Дерибасовскую отпраздновать вместе это потрясающее событие. С 15:00 до самого вечера будут проходить всевозможные игры, вкусная еда, концертная программа. Это будет здорово. Добро пожаловать всем!